человек не может очень долго находиться, ну, типа, вверх тормашками, да, там кровь к башке... О, карта хорошая, кстати, для засвета, и респ хороший. Типа, кровь к башке приливает, ну, типа, вредно, ну, в смысле, вы поняли, да? Как в Австралии люди живут? Как живут люди в Австралии? Как живут те люди, которые вот боком стоят? Это получается там... Ну, в общем, вы поняли, где-то там. То есть вот мы ходим прямо. То есть получается где-то там с другой стороны, да, получается. Чуваки ходят, ну, перпендикулярно поверхности. То есть, ну, вернее, 90 градусов, да? То есть они что, боком валят? Да, ну, полубоки. Спасибо. Все правильно. Земля плоская. Да. Именно так думают игроки этой чудной игры. Вопрос. Ты что-нибудь с зубами делал? Пошел там ты. Венера или что-то другое? Пошел ты нахуй, понял? Ты иронизировать тут, сука, вздумал. Как ты вообще... Ты мало того, что сиронизировал, так ты еще и... вот это вот... Как ты вообще смеешь такое базарить, блядь, своим ртом, блядь? Ну, типа... Какой шар? Ну, давайте просто сделаем. Сделаем проще. Вот возьмите шар, да, слепите его там из говна, из палок, да неважно. Ну, вот этот геоид или как он там. Ну, в общем, любой формы, да, там, чтобы она на шар была похожа. Ну, там, я не знаю, ну, там, 5 на 5 метров. Ну, ты понял, о чем я, да? Вот, ну, и походи по нему вокруг. Вот если у тебя получится, то, ну, наберешь. Вот. Ну шар! Вы вдумайтесь, шар! Они на шаре живут. Что вы мелите нахуй? На самом деле. В танках нет баллистики, а значит нет гравитации. Правильно. Что значит, что земля плоская. Шах и мат чисты. Плюс. И еще у меня тян плоская, значит и земля тут. Да, блять. Вот я бы лучше не сказал. Ну как там с деньгами? Спасибо. Земля, по словам ученых, крутится со скоростью 1672 километра в час, но почему-то в чае на столе нет даже ряби, пока не ударишь по нему. Они ебнутые, чел. Они, ну, у них там полная, у них там атмосфера приклеена, блядь. Это, понимаешь, вот эти вот смешные их рассказы, ну то есть... Это как придумать говноаргумент, который, ну, типа, основывается просто на тупорылой тупости, блядь. И выдавать его за правду, типа, там, почему вода с планеты не убегает? А, это поверхностное, вот, поверхностное натяжение и притяжение, да, вот, поэтому вот так вот, там, а почему мы не чувствуем, там, скорость? А, потому что вот вращается, да, но вот человеческий организм, вот, да, вот, вот, как бы вот, да, вот так вот, а сила притяжения такая, мощная, что держит океаны, там, которые весят миллиарды миллионов тонн, а людей не ломает. А это потому что вот, да, потому что, да, потому что вот. Да, ребят, я не могу. А почему не видно, блядь, изгиба земли? А это надо подальше от нее отлететь. Да. С какой-то там планеты Солнце видно, как миниатюрную звезду, блядь, ну прям вообще как малюсенькую, блядь, она как-то освещается идеально ярко, блядь. А как она освещается? А это вы не понимаете, это закон Жозепа Свердловского с, значит, за света света в пространстве, блядь. Вы не понимаете, кого, блядь? Как ты объяснишь, что корабли уходят за горизонт? Какой за горизонт? Они нахуй уходят, блядь. Что ты мелешь, блядь? Вон в чате наконец-то правильный, ну, нормальный ответ дали. И корабли просто, ну, из зоны прогрузки уходят. Да, там дальше текстуры не грузятся. Реальность отрисовки просто. Это мой засвет. Куда ты звонишь? Спасибо. Брат, ау. Привет. Здорово. Как ты? И я сойдет с переменным успехом. Почему именно шар? Почему не куб? Почему не ромбоид? Вы еще скажите, что обезьяна от человека пошла. Ну как там с деньгами? Чего? Луна светит из-за солнца? Это как, если ночью солнца нет? Вот! Золотые слова, блядь. Нет, тут, понимаешь, вот ученые. Ну как там с деньгами? Сейчас. У Земли просто боновый стабилизатор. Вот чай и не растекается. Ну тупые.
Спасибо огромное. Нет, я про другое. Вот смотрите, да, ученые, там, наука, это все понятно, да? Это все... Слушайте, ребят, ну здесь прям... Это первый бой, где я хоть что-то насветил. Это все понятно. Умные, там, ученые. Да, это все понятно. А что раньше-то, курица или яйцо, блядь? А, скажите мне. Там вот это кто-то прошел, там бегемоты, это, блядь, там родственники китов. Это все понятно. Да, то есть... Вот, это все охуенная история, это все ясно. Но все-таки... ну как там, там, там вот это, какая-то хуйня в воде эволюционировала, выползла, блядь, на этот, на сука, как вот, ух ты, блядь, мне пиздец. Выползла на сушу, блядь, да, то есть там начала жестко жестить, блядь. А яйцо-то она когда научилась из себя высирать? Там ящерица или кто там яйца-то этот высовывает? Блядь. Или яйцо из воды выползло, блядь? И научилась ящерица оттуда вылупляться. То есть, ну, как бы, что за хуйня-то вообще, блядь? Яйцо, да, яйцо произошло, значит, от... Мы же все из воды вылезли, вроде как, да? То есть, яйцо вылезло из воды, выкатилось, блядь. Потом из него вылупился, блядь. Тот, блядь, придумал, что земля — это, блядь, шар. Не, ну, тупые. Короче, я понял. Волнами вынесло яйцо... Из воды, мы же все из воды произошли. А потом яйцо вылупило ящерицу. Ящерица превратилась в динозавра. Вот. Динозавр... О, я подпал кинул. Наконец-то, если ты хуй кто-то кританул. Потом, значит, из динозавра вылупилась обезьяна, блядь. Потом, блядь, из неё вылупился, блядь, ещё кто-то. Синхронись. Про солнце ночью не согласен. Блядь. Он одно солнышко точно пылающим очком луну освещает. Плюс отражение 40 тонн Тарвальдантия. Вот тебе и лунный свет. Плюс, плюс. Ну вот вы же можете думать грамотно, когда ну, хотите. Привет. Здорово. Так что первое правое яйцо или левое. И еще вот тоже хороший вопрос. СПС 5 подрубал ее помпу. Или как? Сейчас отвечу, секундочку. Сейчас просто еще один донат будет, и я отвечу. Ну нет, как ну, там с деньгами? Добрый вечер. Не желаете явиться на встречу в Оксфорд? Кажется, вы ВСК раскрыли. Да, я приеду, я все общественности расскажу. Вот у нас космос, да, там летают кто-то куда-то, что-то там ракеты запускают, это все понятно. У нас существует кино фантастическое про космос, там то марсианин какой-то там целлофановым пакетом себе, дырку себе заклеил в этом, в космолете, блядь, и на Марсе, блядь, сидел 2 года. Картошку выращенную в говне жарил. Вот, это все понятно. Нет, сейчас, погоди, это все понятно, хорошо. Ну, допустим. Допустим, ну, получается, есть кино про космос, да, значит, у нас и космос есть. Это все ясно. Вот, это все понятно, хорошо. Вопросов зиро, базара ноль, да? Но у нас как. Да, я, конечно, погорячился здесь. Короче, ЛТшка тут стоит, светит. У нас есть как бы кино про Человека-паука, да, его там паук покусал, и он там по стенам ползает, там лом сгибает, узел завязывает, и вот это все ясно. А в реале-то у нас есть Человек-паук, я понять не могу. То есть, ну, может, у нас кто-то в реале по стенам там ползает, да, то есть там паутиной стреляет. То есть, ну, вы голову-то включите, просто подумайте головой хоть немного. То есть, хоть чуть-чуть. Ну, то есть, вы реально какую-то, ну, хуйню несёте? Меня... Был вопрос про самолет, который летает по шару. Так. Глупости все это. Самолет летает в военном симуляторе в Артундер, где и танк. Самолеты плюс. И корабли. Плюс. Ну, как там с деньгами? Сука, помню фильм, там какой-то крендель в огороде картошку сажал и думал, что он на Марсе обитает. Да. На самом деле, его участок был слева от хаты Наполеона. Плюс, причем, бля. Все просто. Джов появился от майки батьки. От Джова пошла обезьяна и начал смотреть Джова. От нее пошли макаки чисты. Они уже сделали вот. Я не могу. Ну как там с деньгами? Из достижений за сегодня могу похвастаться только тем, что срал в пакет и ссал в бутылке из-под пива из-за сломанного унитаза. Ну как там с деньгами? В реале у нас только пивозавры и Хьюша Тим ползают и то не по стенам, а по полу антигерои.
Ну как там с деньгами? Чего? Я думал про Человека-паука документалка. Если бы Земля была шаром, то вертолеты бы взлетали и ждали на одном месте, пока Земля покрутится, придурки, супермач все. Правильно. Нет, ты не понимаешь, ну, атмосфера двигается с Землей, блядь. Динозавром, а как же Юша? Самый настоящий пожилой динозавр. А, ребят, третий раз эта карта. А, Юша — это пожилой драконюх. Дракарис, так называемый. Так называемый повелитель севера. Так в парке юрского периода показывали динозавров. Или это тоже не документалка? Это тоже выдумка, ёптать. Вот эти, это, блядь, всё выдумали. Ну как там с деньгами? На первый день Бог создал свет и тьму, а на второй — нижние лютики. И как вы думаете, откуда у деда мамонты? Он мой. Все знают, что... Ну как там с деньгами? Земля — это додекаэда. Вы что, реально думаете, что раньше были динозавры типа Стройнрекс или как их там? Смешно. Они, наверное, еще деньги фармили. Ага. Ой, блядь. Это хорошо прям было. Ну как там с деньгами? Спасибо. Говорят, ученые Мачичучетского университета... Да, я там был. Используя андроидный календарь, недавно открыли Бизон Тишмекс. Грант выделил Балтийский пивзавод. Да. Андроидный календарь.